Эффективным инструментом профилактики коррупции является общественный контроль, а потому по инициативе Департамента по противодействию коррупции в Павлодарской области при Общественном совете города Экибастуз была создана специальная комиссия, на которую отведена важная задача по искоренению коррупции. На первом заседании данной комиссии участие принял первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по Павлодарской области Муратбек Касымов. Он проинформировал присутствующих об итогах антикоррупционного мониторинга по соблюдению законодательства Республики Казахстан. Агентство по противодействию коррупции разработана карта коррупционных рисков Павлодарской области. В частности, в карте коррупционных рисков отмечены определенные 5 направлений. Это олигополия, дороги, инфраструктура, земля, строительство и жилье, и экология. По каждому из направлений ведется комплексная оперативная аналитическая работа. В ходе мониторинга проведения данного мониторинга выявлено ряд коррупционных рисков. Так, в результате неправильного планирования выделенных бюджетных средств на проведение госзакупок в сфере ремонта автодоров не учитывается сезонность и климатические особенности региона. Договора на выполненную работу заключаются не в начале года, а во втором полугодии, что ведет к выполнению основных видов работ в осенне-зимний период. Представитель ведомства области привел ряд примеров, когда действия заказчика и исполнителя могут приводить к коррупционным рискам. Это нарушение требований строительных работ, упущение при планировании государственных закупок и другие. Вместе с тем, выполнение работ с нарушением законодательства приводит к обоснованному недовольству населения, что подрывает авторитет государственных органов, отметил Муратбек Касымов. Примером является видеоролик, снятый жителем города Экибастуз и размещенный во время упадания снег, вызвавший общественный резонанс. Хотелось бы отметить, что в сфере коммунального хозяйства является сферой с высоким коррупционным риском. Касаемо то, что говорится, что 31 декабря, 1 декабря, есть сроки выполнения работ, есть понятие самого заключения, самого, то есть договор, срок действия договора. Соответственно, то есть выполнение работ, сроки, они совсем другие, сроки, сам срок действия это совсем другое. Касательно дорог, все эти дороги, то есть, принимаются согласно, то есть, экспертизе национальной качества дорог. Мы заключаем отдельный договор на то, чтобы заключить эти договора, и они проверяют, после этого принимается работа. Согласен с тем, что в первом квартале следует проводить государственные закупки. Эти закупки были проведены, но не всегда бывает, то есть, соответствующее финансирование, то есть, заключение договоров у нас, после финансирования самого. То есть бывает республиканский бюджет, мы ждем финансирования, только после этого заключается договор. Соответственно, немного сроки продлеваются заключение договора, а подрядчик приступает к работам только после заключения самого договора. Поэтому есть такие нюансы. Принято, будем работать. В целях устранения коррупционных рисков в дальнейшем Муратбек Касымов заострил внимание на рекомендациях в адрес местных исполнительных органов. Члены общественного совета, в свою очередь, взяли вопрос на контроль.